Перед началом этого видео я хочу рассказать вам про наш телеграм-канал. Мы даем качественную аналитику на киберспорт. Мы не продаем прогнозы, просто делимся своим мнением. Ссылку на наш телеграм-канал ты найдешь в описании. Итак, ребята, привет! Ну что, Руха против Арменки. Кто из них проигрывает? Потенциальный шанс попасть на меня. И я очень не хочу, чтобы кто-то из них попал. Ну давайте узнаем потенциального моего соперника следующего. Ну и вообще насладимся игрой. Со стороны Рухи я решил посмотреть. Знаете, мне кажется, что я один такой фартовый на этом кубке, потому что второй тур подряд, несмотря на то, что я проиграл в первом туре, я попадаюсь вновь на игрока, да, не везет. Команду выше, чем я. Ну, соответственно, скилл у него либо такой же, как у меня, либо сильнее. А если быть точнее, я выбирал команду 24-м, Арменка 26-м. Первом туре я играл с Фарланом, который выбирал команду 29-м. И в целом, вот, Фарлан выиграл у Ежа вчера. В супер-дерби, конечно, вопросов нет. И что я хочу сказать? Если я выиграю Армена сегодня... Один плюс есть, ты больше на них не попадешь, не попадешься швейцарке. Типа отыграл, хотя и там есть другие киберы. Да, реально, может так не повезти, что ты можешь и отлететь, не пройдя в плей-офф. И делаю стату 1-1, у Ежика тоже стата 1-1. То есть, я тогда буду записывать отдельный ролик, вы увидите. Не дай бог, Сергей! Кто там будет еще вместе с ним проводить жеребьевку? Не дай бог, божечки. Но чтобы сделать 1-1, нужно еще Армена обыграть. Злится, Армен, у меня человек, который как бы по 3 викинг-лиги за один раз отыгрывает. Он бустит аккаунт и берет и играет за 3 выходных. 3 викинг-лиги, 90 матчей. Я тут 30 еле-еле отыгрывал. Короче. Ну, жиза, жиза. Излишний. Армен первый самолет. Я 90, блядь, там представить себе не могу. Чуть откачил, но тем не менее Арменка очень в порядке. И у него вот такая вот сборная, которая... выглядит. Да, он пикал 20 каким-то, у него защита лучше, чем у меня. Да, я реально плохой выбор сделал. Уже очень-очень неплохо. Правда, вот в оборонке, в обороночке, в оборунишке есть проблемки. Будем пытаться туда давить. В общем, присаживаюсь поудобнее. Я надеюсь, получится очень интересный матч. Кстати, хотел бы всех поблагодарить за поддержку в первом туре, потому что мы вылетели в общие тренды Ютуба. Кстати, я тоже вчера в общих трендах был. Сейчас и сегодня не чекал, но, бля, спасибо, ребят, вам. На пятое место, что просто пушечка. В общем, все, хватит слов. Приятного аппетита, приятного просмотра. Поехали. Ну, а чемпионаты нас продолжают. О, сюда. Моя Турция без изменений, никаких новых карточек моей сборной не закинули, но я поиграл чуть более уже, собственно, 8 матчей, тут у меня наиграно плюс товарки еще. Ну, короче, я еще чуть потренировался, сделал несколько выводов и настроил еще несколько схем, по которой Якушлу, если что, когда мы играем в 5 за Зиничку, ну, так тихо, опускается на ЦЗшечка, и там как бы что-то может быть сообразим. Также я пробовал вариант Эркина ставить в центр. Якушлу заменяем и выпускаем вот этого вот бистика. Ну, такой. Не знаю, Эркин в центре поля очень терялся, как для меня. Бурак Илмаз, блин, у него тоже хорошая сборная. Почему я ее не пикнул? Что-то мне, короче, не понравилось, но если мне надо будет прям атаковать, забивать, так, наверное... Я только на Роберта Левандовски посмотрел, честно, и такой посмотрел список рейтингов у Гудмакса. Понял, что у меня пищика нету, но я думал, дай похуй. Сам виноват. Так, в целом, как вы понимаете, полностью тот же сквад выходит, по крайней мере, на начало этого матча. Как он будет продвигаться, мы посмотрим. Ничего, зато в следующем кубке я буду пикать, блядь, один из первых. Смотрим, ну и мой братик Чингиз Ундерчик. Нормально, да, все это самое. Поехали. Собрались. Андер. Дальше. Делаем 1-1 стату. Пора уже победить. Ну а если делаем 0-2 стату, то в принципе что сказать? Будем камбэкаться, потому что на прошлом кубке фиферов я вышел в плей-офф со статой 4-2. Как раз таки. Видимо, это мой результат. Ну, Армен Кармундик, я в шоке. Говорит, в 23 минуты запускаюсь. Я говорю, ну, хорошо, я тебе, ну, добавишь друзья, я тебя инвайчу, но буду ждать. В 39 минут он только меня добавил в друзья. Нервишечки вот эти вот не нужны нам, Арменка, не надо, ты меня хочешь вывести, я не вывожусь ни в коем случае. Я понимаю, что нажать кнопку PS и нажать кнопку добавить друзья это сложно, но не 20 же... Ебать, сколько у тебя матчей сыгранных?
1700 примерно. И нажать кнопку добавить. У меня где-то 600. Просто, 20 же минут. Ну, это, конечно, немного под конец FIFA, то есть это нормально. Это не прям вау, там, но это многовато. Все, инвайчу его. И пой. Да ёб твою мать, где ты, братик? Эти ментальные атаки, я не готов к ним. Пожалуйста. О-о-о. Краснодар с... Кстати, Краснодар недалеко вот от Украины. Почему такой пинг? Ну, а что делать? Окей, Арменко пишет, сразу играем. Ладно. Good luck. Все, братан, поехали тогда. Что делать? Ну, посмотрим, матч начался. Последний раз играл против Армена. Он сейчас еще и аккаунт нашел с некоторыми игроками сборной Сербии. Это Рачич, по-моему, из Валенсии или откуда-то там он. Милинкович Савич, вроде хрен его знает. Ну, короче, парочку карточек там есть. Да, это наш стадион, Арменко. Смотри, смотри, смотри. Вот тут ментальная атака пошла уже от трибун. Так, ну, в целом-то с красной палкой, ну, бля, будет сложно. Чё я могу сказать? Будет сложно, мы сразу в паузу, если чё. Тактически. А чё за музычка? Неужели гол сразу? Пойдут, чтобы внимательно и просто правоноги, левоноги. Или это просто музыка так, на вот фон? Эта штука вверху будет у вас по КД, так что не обращайте на неё внимания. Особо, да, особо не обращаем внимания, потому что Бурак Илмаз уже... Да. 1-0, Руха! Арменко даже мяча еще не коснулся, мы первую просто рандомную атаку провели и уже забили. Повезло, наверное. Наверное, повезло все-таки. Везиджи. Угу. И Илмаз. Второй гол? Серьезно? Так просто, блядь, Арменко. В целом, 5 минуты 2-0, ничего не произошло, работаем. Ну там тильт, такой там Арменко точно не... навряд ли вытащит. 2-0 на 6-й минуте. Еще кто-то мне говорит, что я плохо в обороне играю, ну-ну. Я просто в говноконнекте умею играть чуть-чуть, но в целом, вот сейчас... Пиздец, 2-0. Моментик, Тадич, Лишка будет, Лишка, намудрил, но забил. А вот и 2-1, но вот это Арменко. Вот это матч намечается, но я что-то думал, что он не будет дрэкбэк обратно делать, хорошо. Что-то он там перемудрил, конечно, с финтами, я в курсе, что он сисечку умеет крутить нормально, но... Мы тоже как бы не пальцем деланы, мы тоже как-то умеем атаковать спокойненько. Сейчас Челханоглу, да, двигает атаку эту. И Бурак. Окей, Илмаз. Просто. У него игрок с фамилией Окей. Бурак Илмаз на Язиджи. Язиджи, пропихни же его раньше! Бля, ну у меня тоже в коннекте типа будут. Уже тоже вот такие передачи какие-то вообще не туда, которые... А, он да, у них еще коннект, поэтому. Арменко, ага, мы умеем, да, делать такие передачи, я тебя понял, брат. У меня Форлан с этими передачками позадалбывал, теперь ты, брат, да? Угу. Ой, хороший пас. Понял, мы улетаем здесь, улетаем спокойно. И пошел, родной, и пошел, Язиджи полетит, Язиджик, молоденович. Там вот этот вот тот с карточкой у него, единственная в обороне в порядке, которая, вот это именно тот с карточка. Костич опять ищет эту передачу, блять, ну понятно. Ну, в принципе, мне все ясно, Тадич будет ближку проверять, нет? Тадич будет ближку, не, брат, такое не пройдет. Здорово, Язиджик. Перевесик? Язиджик. А, он Язиджик. Пас отдаст. Язиджик! А, нет. 3-1. Бля, Арменко, чё, 0-2? Сука, я ведь попасться выгоду на него, бля. Ну, все равно мощно играет. Йович, еще не вечер. 3-2. Что за матч? Что делает мой кипер? Офсайд. Его передачи за спину совсем неприятные, прям совсем неприятные. Ну-ка, наша. Ну, чисто попробовать, почему бы нет. Бурак, выиграть. Умничка. Моё, просто красавец, блядь. Здесь, Бурак. Вот туда. Ой-ой-ой. Якуш! Ёб твою мать, это Якушло, это опорник, блядь. Просто никакущий, блядь. Опять смотри, ищет передачу. Да, ну ты затрахал, блядь. Ты задолбал, блядь, уже. Чё, ошибка будет? А, нет. Казалось бы, да? Первые секундочки 2-0 вообще без шансов, казалось бы, да? Да, кстати. Выиграть, внучки. Побежал. Язиджи побежал. А уже 3-2, уже пот. Беги. Миленко Висаевич не должен догонять его, блядь, что за херня? Алло! Как он догоняет? Еще и их мяч! Блядь. Ой-ой-ой! Подвинул! Дзеня, блядь, дует Дзеня, мой друг, блядь, дует Дзеня, прочитана, блядь! Ухо на углу,
Чалханоглу, вдёха, 45-я, подожди, Бурак, Буракалмаз, 45-я, бля, Руха мощно играет, добили, бля, ох, на перерыв вновь плюс 2 ведём, это здорово, Алмаз трёшь, одинаковая ровная игра, там и по стати, в принципе, всё плюс-минус одинаково, что у меня в створ такие уже удары голые, что у Арменки, поэтому, но мы ведём 4-2, это приятно, я в 5 защи попробую сейчас, если не пойдёт, хоть один мы пропускаем в 5 зачи, я возвращаю 4-4-2. И пока что, может быть, где-то на сохранение попробуем сыграть. Алмазик, в центр. Умничка. Баюк. Да, вниз. Ну не раньше, это вообще раньше передачка была на Языджи. Вроде дефали здесь за дефали. Вот туда передачка Чалханоглу. 5-2? Передачка Чалханоглу и Языджи, блядь. Туда его, блядь. Туда передачку. Чалханоглу. Вот поэтому я взял именно этого 86-го, который... Популярный счет на кубке. А не того 83-го, который бежит. Ой, ну что, во втором туре. Найс. 5-2. Можно забивать за Языджи, нет? Как бы, я думаю, Арменка сейчас позволит. Сейчас будет... Бля, Руха пиздец силен. 5 защитничков забили гол. На секундочку, может, схемка-то рабочая, да? Сейчас вместо Якушлу еще кабак выйдет на ЦЗшечка, тогда вообще будет здорово. Отлично. Хорош. Языджи. Туда. Это передачка кто? Это Чингисундер. 6-2, что ли? Вот туда передачка. 6-2! Бурак Алмаз, касание, на лампу. Пошел разочек. Что? Здорово, есть первая победка, ребятки. Есть первая победка на Кубке Фиверу. 1-1, ждем ежика, да, получается? Не дай боже! Ну, ребят, отпустить такую победу мы не можем. Не. Кстати, ежик в 1-1, точно. Чингизундерчик, туда, во фланг, замах, и туда, чикс. Так, теперь, я думаю, можно и заменки сделать. При 6-2 я проиграл так Форлану, здесь отдаю должок, так сказать. Якошлу на кабака. Бля, я так не хочу Арменку, блядь! Выходит, и в целом. А Баюк у нас Цапа сыграет, Чингизундер у нас... Поменять ли его? Поменяем. Сангара выйдет сюда, Аркина в центр, а вот Сангара на левый фланг. В принципе, игра уже сделана, я думаю, такие матчи не отпускаются ни в коем случае. Но тут можно было еще забивать. Кабак. Рефери! Не понял сейчас вообще, что это было, реф. Рефчик, я не понял, братик, ты что, как бы, за кого ты судишь? 7-й? Я где Зиджи? Куда его, блядь? Ну, типа, ну как бы. Пиздец, Армен, что с тобой? Играем, я не знаю, что там у Арменки, что-то, походу, разбилось. В первом туре он разбил монитор, сейчас, может, джойстик полетел. Ну, не такой нефтяной магнат, как бы, я не знаю, откуда вас деньги. Штрафной, пробей, давай, Рух. Я вот это пенальти, который мне против Форлана поставили, и я его не забуду, наверное, никогда. В целом, что? Нам Аркин не нужно, чтобы забивал, нам нужно, чтобы забивал Языджи, вот мы на него скатим, нет? Скатим? Вот так вот скатываем, возвращаем на Языджи, и Языджи вот туда. Отличный удар, брат. На Языджи, братик. Ну, хоть, я хочу за него. Я хочу постараться ворваться в эту гонку бомбардиров, конечно. Это тяжело будет, но... Ну все, Рух уже бомбардится, думает. 7-2, бля. Толкайся, туда. Без шансов. Туда этого дурака, блядь. И этого, пенальти. Нет, пенальти. Я в шоке с этой игры. Я не знаю, как эта игра придумана, как эта игра сделана. Почему это не пенк? Наверное, потому что там чистый мяч был. Хрен его знает. Ладно, настроение действительно плюс. Плюс настрой. Ну, конечно. Арменка самый нежеланный соп будет для ребяточек из 0-2. Да. 100% тут как бы, я не знаю. Армен, по-любому, я думаю, один из тех... кто претендует, по крайней мере, на выход из плей-офф. Точнее, на выход в плей-офф. При счете 8-2. Не, ну нам Языджи нужен. Ну я уже с каждым голом не так боюсь Арменку. Ну забивай больше просто и все. Зачем тебе тут Языджи? Хотя, наверное, я бы больше пропустил, бля. Что ты будешь... Бля, Руха реально катает хорошо. Если бы сейчас был ничейный результат, я бы хер бы вытянул этот матч или проигрывал вообще. Потому что у меня вообще сейчас перестала команда играть. То ли, я не знаю, то ли... Хотя нет, в 5 защитничков мы, блядь, голов забили нормально, и в целом все вроде здорово. Хотел 10 тогда уже забивать, но вот эта вот игра на Языджи немножко нас подпортила. Не клеится у меня, не сделаю я 8, не сделаю рекорд, может быть, кубка, но по результативности... Подождите, а хоть один овертайм был во втором туре? По-моему, нет. Ни одного овертайма. Это один из топовых матчей будет. Один из. Спокойненько. Очень уверенная, хорошая. 7-3. Армен не сдается. Ждем
следующей, друзья мои, жеребёвочке. 7-3, ебать, ну... В этот раз в третьем туре... Без шансов, без шансов. Давайте все посмотрим, как Армен тильтует. Сопа, который выше меня пикал команду. Господи, дай бог здоровья. Я зажив всего 3, хотя мог забивать и все 5-6, наверное, но... Ну ладно, надеемся, что в следующем туре еще больше раскроется, еще больше забьет. А так, по 10-0 у меня 2 форварда, ну, других оценок, наверное, не могло быть. А что за схема? 7, так, по 10-0 у меня 2 форварда. 5 защитников? Может, мне тоже попробовать? Других оценок, наверное, не могло быть. 7-3, 10 мячей забито, по стати, в принципе, все, наверное, топово для нас. Ну, а Армена я благодарю за эту игру. Ссылочка на его канал есть в описании, можете посмотреть видосик с его стороны. А на это у меня на сегодня все. Огромное вам спасибо за поддержку. Окей, давайте посмотрим Армен, как он там горел, не горел. Смотрим, всего 7 минут. Всем здорово, ребята, с вами Армен. Второй тур Кубка Фиферов. Все началось далеко не так, как я хотел и предполагал, но, к сожалению, что есть, то есть. Постараюсь сегодня максимально убрать нервы, играть на концентрации, на уверенности. Я готов морально к самому худшему, хотя, в принципе, ну, посмотрим. Хуже, но при этом я готов дать бой, я готов выложиться по максимуму. Дал бой, пиздец. Так вот выглядит моя команда, я буду играть в 3-5-2, я ее немножко на... так ты в 3-5-2 играл, поэтому и пропустил 7. Да, я решил по максимуму усилить свою линию обороны, у меня в... Блять, Армен, потенциально мой соперник, пиздец. Нет, там и Гудбакс. Если брать полузащиту и защиту, будут... опускаться именно. Кто еще то? Гудбакс, я. И в атаке буду стараться за счет передач делать что-то и создавать моменты. Забавно, конечно, что после статы 0-1 у меня соперник еще сильнее, чем предыдущий. Но мне, конечно, очень не повезло в первом туре. И хочется вам отдельную благодарность выразить за поддержку. Я действительно это ценю. Мне, конечно, сильно не повезло, но я, наверное, мог сыграть чуточку лучше. И, возможно, не было бы того, что случилось. Поэтому буду стараться делать на поле еще больше, играть еще надежнее. Ну а Руха уже нас пригласил, поэтому погнали играть. Ну а перед началом этого ролика я вам хочу напомнить про своих легальных ссылки, про удобное приложение. Красный коннект нас ждет. Скорее всего, пинг будет 100-110. Для меня это фиговенько, потому что я не смогу делать что-либо за счет быстрых скилл-мувов или за счет быстрых передач. В общем, скорее всего, на поле будет полнейшая душнилова. Ну и да, вот так вот выглядит команда Руслана. Так, начало матча. И я сразу пропускаю киков. Сейчас посмотрим реакцию после двух забитых. Так, Бурак. Бурак. 5-я минута, 2-0. Работаем, ребята, работаем. Так, и давайте посмотрим вперед, небольшой камбэк. Не перемотаем, делать. Потому Радич. Что мы, в принципе, матч видели. Дрэгбэк. Ближку, хорошо. Что это за матч, ребята? 9-я минута, 2-0 с мячом. Так, остановить пытаюсь. Нет, это 3-1. Ну как же тяжело в защите. Капец, игроки вообще не бегут и не разворачиваются. Это ужас. Ладно, делаем перестановочку. Перестановочка и 3-2 будет, да? Йович. Ну, хорошо, 3-2. 28-я, ребята. Нельзя далеко отпускать Руслана. Ну нет. Уебта, бред. Ну это... Тильт. Я говорю, это FIFA, ничего нового для меня. Хорошо, запустили Йовича. Йович, сделай это, пожалуйста! Ну какого черта? Просто нет слов. Я так, не знаю, ничего что не разбил там? Обороны. Я уже трех... Сейчас посмотрим. Как у него игроки так разворачиваются? Это что? У меня не Тадич, никто так не может развернуться. Это что такое? Мы в разную фифу играем или что? Ну это неадекватно. Вначале, ребят, вначале. Чекайте. Как я хотел и предполагал, но, к сожалению, концентрации на уверенности. Я готов морально к самому худшему. Хотя, в принципе, куда уже хуже. Но ворота. Да, да, готов. Да, да. Просто стеночка, еще раз стеночка, и еще 500 стеночек. Конечно.
Так, ладно, давайте посмотрим, что он в концовке сказал. Это пиздец. Такая вот классная соревновательная игра, в которой адекватно можно соревноваться. Да, конечно. Второй тур подряд, мне плевать, кто что напишет, скажет. Прошел отборы, блядь. По поводу того, что я второй тур проиграл подряд, и вообще с таким счетом невозможно из-за условий слить, мне плевать. Я не первый день играю в эту игру, и я понимаю, что я делаю. Я вижу, что у меня на экране происходит. Но, к сожалению, я ничего с этим поделать не могу. Не от меня это зависит. Я не знаю от кого. От моего провайдера, от классной фифы. От кого? От провайдера Руслана. Сгорел. Такое же дерьмо было и на отборах. Ровно такое же дерьмо. Ждем следующий тур. Кубок Фифера, ребята. Блин, как он сгорел, смешно. Кубок Фифера. В этой игре всерьез соревноваться невозможно. Это мема должно быть. Кубок Фифера, такое же дерьмо. Столько боли. Ждем следующий тур. Кубок Фиферов, ребята, Кубок Фиферов. В этой игре всерьез соревноваться невозможно. Пусть некоторые там устраивают шоу, закрывают пакеты, вот это вот все. Я адекватно это воспринимать не могу. Это просто дерьмо. 0-2 после второго тура, жду следующего соперника. Блять. Ладно, Армен, ну слушайте. Блять, если Армен на меня попадет, это кто-то из нас 0-3. Если Армен 0-3. Ну, короче, я понял, как против него надо играть. Надо было забить, блять, быстрые голы. И чтобы у нас коннект был хуёвый. И все. Тогда у меня шансы есть. Еще чтобы он схему поставил в три защитника. Тогда есть шансы. Вот такие, но есть, понимаете? Ладно, надеюсь, Армен не попадется мне. Но, блять, попадется. Я вот чувствую, знаете, когда чуйка, блять, как у Пандоса. Ладно, к Пандосу мы еще вернемся, не смотрели его матч. Ладно. Всем пока, ребята. Вот такая реакция получилась на матч Рухи и Арменки. Арменка отлетел в 0-2, а Руха прошел в 1-1 и может попасться на ежика. Вот такие дела.